Матч сложился тяжело. Соперник играл вторым номером. Было тяжело довести мяч до чужих ворот. Толком-то атак не было, больше контролировались мячом. Но ничего не получалось и забили со стандарта. И игра сложилась в целом тяжело. В самой концовке матча ты отбил пенальти. Такой, можно сказать, эмоциональный момент был? Да. Очень большая ответственность была. 5 минут оставалось. Сделал все, что смог. В этом сезоне у тебя большая конкуренция с Данилой Стеменко. Она как-то тебя подстегивает? Что можешь про нее сказать? Не знаю. Мне кажется, наоборот, подталкивает. Это то, что конкуренция. Больше охота работать. И с каждым матчем доказывать, что я лучше. Команда сейчас демонстрирует хорошие результаты. В целом, что можешь по этому сезону сказать? Ну, в сезон стартовали в целом хорошо. Не знаю, делаем все, что положено. Цель одна – стать чемпионами.